У меня вот такая хорошая роль, по-моему, по-настоящему только одна. Роль рабочего человека Ивана Приходько в фильме «Белорусский вокзал». Я так говорю, потому что мне думается, что это и картина эта получилась замечательной. Многие зрители в письмах к нам в группу, к актерам и ко мне, называли его гимном подвигу отцов наших, матерей наших в Великой Отечественной войне. Да, этот фильм многим остался памятью, и товарищу нашему памятью остался тоже. Алексей Глазерин, замечательный актер, прекрасно сыграл в фильме одну из главных ролей, умер. По-моему, даже фильм не успел посмотреть. Не очень давно из жизни, из фильма ушел товарищ мой, друг Толя Папанов. Прекрасный